Чем подкормить чеснок ранней весной? Заметили, что на чесноке появляются желтые листики? Как? А самое главное, чем подкормить чеснок? Зубки чеснока укоренились с осени и теперь начинают отращивать зеленую массу. А для этого, друзья мои, конечно же, им необходимо азотное питание. При малейшем его недостатке листочки, смотрите, начинают желтеть. Азот в почве имеет свойство, конечно же, растворяться и уходить в глубинные слои или испаряться на поверхности. Самый простой способ – полить рацион чеснока азотом. Как это сделать? А я вам расскажу. Надо полить его раствором мочевины, карбамида или аммиачной селитры. Растворите 1 столовую ложку одного из этих удобрений и полейте, расходуя на каждый квадратный метр 5 литров настоя. Также можно полить чеснок настоем коровяка, крапивы или птичьего помета. Из любого перечисленного сырья настой делается по одной технологии. Заполните ведро на 2/3 крапивой, коровяком или пометом. Залейте водой доверха и перемешайте. Держите в теплом месте 5 дней, периодически помешивая. Для подкормки настой коровяка разводите водой 1 к 10, помета 1 к 20, крапивы 1 к 5. Расход 3-4 литра на метр квадрат. Видео на канале выходят каждый день. Подпишись, и завтра новое видео.